close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. Sing. Nothing else every day for us something new. Oh.
so close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. Шоу «Точь-точь» в суперсезоне. Группа «Металлика». Именно так выглядит стильный Дед Мороз 21 века. Красивый, поджарый, высокий, аккуратненький. Или старик Хоттабыч. Ну-ка, старик Хоттабыч, загадай-ка мне желание или себе пятерочки от членов жюри. Всем славим, абракадабра. Фух! Аня, хотел бы спросить. Мне всего хватило. Хватило ли? Хватило более чем. Я так благодарна за этот номер, потому что это моя прямо вот молодость при молодость, юность, моя первая любовь, вот эта песня. Мой молодой человек, он был фанатом группы «Металлики», приобщил меня, и эта песня, это было все. Это там и первый поцелуй, и все на свете. Дима, спасибо! Дима Колдун! Дмитрий Колдун! Анечка. 5 баллов. Любовь Юрьевна, скажите, спасибо, пожалуйста, раз уж на то пошло такие воспоминания, а вот ваш первый поцелуй, он под какое музыкальное сопровождение? Саша, у меня здесь сидит муж. Извините. Я вам потом расскажу в с интимной обстановке. Диме абсолютная пятерка, хотя это испытание. Это испытание для барабанных перепонок, абсолютная. Группа «Металлика». Я очень смеялась, когда узнала, что под музыку этой группы пытают заключенных в тюрьме Гуантанамо. О, Господи. Вы можете себе представить? А... Yeah! Это, наверное, одна из самых лирических песен группы «Металлика», которую мы сейчас прослушали. А Дима сделал максимум возможного. Он был достоверен, он был прекрасен, он в замечательном гриме, он был очень энергичен, он был абсолютно точь-в-точь. 5. Юра! Полностью погружение было в песню. Полностью, это я точно говорю. У кого, у тебя у или Димы? У артиста? Ну, я, ну что я, ну что? Простой слушатель. Полностью погружение в песню. Я вообще-то его тоже не узнал. Это потом после того, как сказали. Очень хороший грим, великолепное исполнение. Игра на гитаре, это вообще голос. И даже когда опустился, вы заметили, микрофон, когда Дима с легкостью отреагировал, он стал именно в ту стойку, которую можно было петь, а петь не просто, потому что очень тяжелый рок. Это вам, извините, не Ван Хален, не Джефферсон Стейшип. Ни Флитвуд Мэк, ни Назарет, ни Слейд, ни Yes, ни Тен Си Си. Хватит пугать меня незнакомыми словами. И даже не Би Джиз. Это ребята «Металлика». Я уже не говорю о Бостон и Чикаго, о поющих, дающих и синящих гитар. Горшочек, это... не вари. Короче говоря, 5! 5! Ну и наш главный любитель и ценитель тяжелой музыки Геннадий Хазанов. Кому не нравится колдун, тот бездарный и глухой пердун. В заключение могу сказать, Диме я поставил твердо 5. Yeah! Тем временем у Дмитрия Колдуна не только 20 баллов, но еще и стихи от самого Геннадия Хазанова. Группа «Металлика». Спасибо огромное.